Мои приехали. Женя мучится. Пока никак еще. И дошло до него. У него еще телефон тяжелый, а я со своего снимаю. Купили еще. Пытается, да. Ну, фиг подымет он его. Тяжелый у тебя телефон. Сейчас пойдем глянем, что они нам купили. Ну вот они привезли коту Мираторг. Вот курочку в соусе. Прям вот Мираторг, видите? Да, тут написано Мираторг. Чёску взяли ему. А то он у нас так линяет, так линяет. Мы пробовали разными чёсками. А это специально для кота. Мандарин взяли. По 87 рублей. На 135. Наша любимая еда — бананы. Это мне привез Женёк. На 200 рублей почти. Пачку молока, коробку. И опять же коту. Кот у нас ездит задницей по полосам. Ему что-то не хватает. Линяет, и вот это у него процедура. Будем кормить вот этой вот фигней его. Так что вот. А пока. Занимаемся. Тут еще разбирали. Крутили сигареты с табака. Угу. Пробовали, ничего не получилось у нас. Специалист хреновый с нас. Тут они вот вся эта причиндала. Я вон козью ножку и все. А табак принес наш земляк для ребят. Целый почти полпакета. Вовка. Шамшандин, да. Сейчас пойдем глянем. Это вот табачок. Ребята там покупают белорусские, но они никакие сигареты. А это вот табак. Шаман нам принес. Вот он сухой, рассухой. Я вон козью ножку с газетки скрутят и будут дымить. Так что прям хороший такой полпакета. Он был в коридоре, мы занесли. Дом прям сухой, рассухой. Так что отправим посылочкой. Масю. Вась. Кот обиделся на нас. С города умираю. Везите меня Мираторга. Хвост трубой, лапки сложил, поглядывает на нас. Понравился Мираторг ему, а за ним только в город. Да, кот? Ох, и кот у нас. Мась. Как кукла моргает туда-сюда. Все. Не дружу с вами. У нас Женек уезжает в рейс. Позвонил сегодня его работодатель, и нам что-то надо ему с собой. Юля говорит, давай поставим пирожки. Напечем его с картошкой, с яйцом зеленым, луком. Да давай, ну, я этим занимаюсь. Ну и разогреваем также, что у нас осталось. У нас осталась утка, Юля поставила в духовку греть. А так почти все доели. Осталось немножко рулетики крабовые мы заматывали. Я не знаю, мне не понравились они. Почему? Наверное, крабы невкусные. Дешевый брала здесь магазин. В магазине в нашем туда ходила. Ну ладно, есть кому отдать. У нас курочки, у нас дружок, так что есть. А так все подъели. Да, вот осталась у нас утка. Жареная, в духовке мы жарили. И все. И колбаска еще осталась. Нарезка. Ну а сейчас пирожки у меня. Я уже дрожжи, сахар и муку развела, и они там подходят. Ну а теперь только муку просеяла. Сейчас сюда буду ложить яйцо, соль, сахар, растительное масло. Мука буду ставить на воде. Так что все мы печем пирожки. Каждая хозяйка делает по-своему. Ну я также. Ничего тут особенного нет. Показывать, как ставить, я их не буду. Просто покажу, какое тесто и наши пирожки. Так что вот так. Только что ходила за хлебом, и на улице у нас совсем снега нет. Вообще нету. Купила хлеба вон там, видать. Потом взяла пачку майонеза, кукурузы баночку. На подложке взяла вот такой бедрушки куриные. Ну и грибы. К Рождеству сделаем салатик еще. Ну а пока вот жду свою опару, как она-то у меня. Пойду гляну. Опара моя подошла. Вон, смотрите, какая. Я уже тут насыпала все. Сейчас выливаю дрожжи и ставлю свою тестомес
Пусть она мне работает. Вот мудрецы. Я говорю, сейчас сделаем с картошкой и с яйцом. Лежит и говорит, я с картошкой не буду. А с чем ж ты хочешь? Не знаю. С капустой. Ох ты, ё-моё. Ну что ж, будем сейчас с капустой делать пирожки. Чищу лук. Капусту уже нарубала. Сейчас теперь надо пожарить. Хотели по-быстренькому отстреляться с картошкой, сварила, но и помела, готова. Ну, наш принц хочет с капустой. Будет ему с капустой. Все, пойду резать. Кто меня смотрит давно, тот помнит, что мы с Юлей заматывали нашу капусту свежую, белокочанную, пленку. Уже январь, и вот смотрите, в каком она состоянии. Вот. Я сейчас только отрезала половиночку, небольшую часть. И вот так вот. Так что хорошо хранится. Способ хороший, можете делать. А Юля тут достала себе уточку, которую погрели. Мы, правда, тут щипали. Сейчас я вам покажу, что-то досталось у нас. Вон сколько еще утки. Она ее поджарила, получилась корочка. Вкусно, Юль? Ага. Ну, ешь. Вкусняшка. Лук закидываю. Сковородка уже нагрелась с маслом. Закидываю лук. Капустки подрублю сейчас еще. Тесто месяца. Ну, яичко не дай. Сейчас яйца поставим сварить. Да, Юль. Зеленый лук. Лук у нас зеленый есть. Ставь яички. Ну все, пирожки у нас по полной программе идут. Штук 5. Ты штук 7 поставь. 5 маловато. Уточка вкусная. Шкурочка у нее прям особенно такая поджаристая. Мы ее замариновали, она стояла с 2 суток почти. Вкусняшка. Ага. Ну что ж, мои хорошие, начинка уже готова. Капустка. Дело без моркови ее. И лучок с яйцом. Посолила хорошо. Сейчас достаю свое тесто, которое мне там подходит. Мука. И начнем разделывать пирожки. Сейчас мы наделаем. Какие получатся, большие, маленькие. На 4 части. И вот так вот сейчас мы их. Будут большие, чувствую в руках. А я люблю большое все. Съел так съел. Ну да. Есть специально делать маленький, 2 раза укусить. Нет, я так 3 пирожка съел и объелся. Ну что, я включаю масло. Я уже налила сковородку. Сейчас мы их быстренько нашатаем. Пирожочков наших. Тесто аж пищит в руках, значит, хорошее. Пищит? Пищит. И дает пискать прям вообще такой большой. Ну, сейчас покажем вам, какие у нас получатся пирожочки. Так, первый начнем делать с капустой, наверное. Я в руках тесто не раскатываю. Есть скалка раскатывает, а я вот так вот ручками разминаю, ложу начинку и закрываю. Хлыщу дверями мои. Постоянно их ругают. Что вот так? О, хлопают. Штукатурка будет сыпаться. Все. Готов пирожок. Делаю такие вот их расплющитые. Ну вот, дело пошло.
Поэтому говорю, все мы делаем по-разному, кто как привык. Мне мама тоже сюда руками делала, скалка не катала. Мне кажется, его катаешь, и все, которые воздух там находится, все пузырики, они лопаются, и нет такого подъема. А руками ж так не делаешь. И тесто получается воздушное. Это мое такое мнение. Поэтому делаю все руками. Ну вот. Сейчас они полежат буквально 2-3 минутки и будут уже давать подъем. Пирожки вкусные с капустой. С мясом тоже неплохо, но и с капустой хорошие. Я больше всего люблю с капустой и с мясом. Вот и готов. Немножко тут упало у меня. Сейчас подберем. Вот какой красавчик. Сейчас подымется, будет здоровый, пушистый. Первые наши пошли солдатики. Вот они. Юля приготовила чашку большую. Любимую. Любимую, ага. Тазик так тазик. Мы туда и шашлык ложим. И пирожки. Как накидал, так полон. Ну, осталось мне сделать 6 штук с яйцом. Все, с капустой я закончила. Прям осталось тут. Нет ничего. Сейчас яйцо подносим. Вот 6 штучек будет у нас. Вместе с помощницей так было. Быстро у нас всегда дело идет. Она печет, а я тут делаю. Одному, конечно, подольше. Все, понеслась. Родная, этот прям большой будет сейчас яйцом. Пирожки. Давно мы их пекли. Я не помню, наверное, Сережки как спекли. Возили ребятам Маша, пекли мы. И с тех пор, наверное, ни разу. Наверное. Я больше не делаю. Не пекли. Мы пекли то пиццу, то так, то пироги какие-нибудь. А пирожками не баловались. Это с начала октября, а сейчас уже январь. Вот когда. Вот. Чуть-чуть бы порумянее. Маленько. Заругайся. Ну да, я не люблю, чтобы были бледные, не люблю, чтобы были горелые. Найди середину. Какой сытенький. Сейчас мы их. Сейчас 15 минут и все. И готово. Стоп, я по 4 штуки ложишь. Mm-hmm. Ну вот. Ну, мне осталось 5 штук сделать. Куры яйца несут, на улице тепло. Зимы нету. Они он гуляет у нас, собирает себе что-то. Хорошо. Хорошо. Положу туда тебе. И мне кажется, у многих такая погода. По телевизору показывают, везде тепло. Аномалия. С одной стороны, хорошо. За газ меньше платить. И морозов нету. А то бы сейчас сидели бы. Ай, неохота на улицу, мороз. Да грязь не давила. А грязь? Да у нас ее нету. Грязь, Юль. Как же грязь? Чуть-чуть тут так. Сыр. Мы вчера лазили, чистили канализацию свою. Дело было у нас. Таскали с кольца. Тут у нас под окнами весь наш отходы. Забилось чудока. Надо будет теперь по летом вызывать машину, чтобы все там немножко нам промыло. Ну, не знаю. Вроде бы и вода не стоит. Значит, ушло все. Я пошла в сарай. Воду понесла, гляжу, что-то соседкины утки прямо вот у кольца у нас носами хлюпотят. Я говорю, что же это такое? Подошла, лежу, а там есть отколото, да, полная канализация. Пришла, говорю, у нас новое удовольствие. Ну, что такое, Юля? Ну, что, канализация наша хана. А мы еще и стирали вдобавок. Ну, что, взяли ведра и пошли втроем.
Женек нам помогал, и мы с Юлей вдвоем. Там притащили трос, пробивали, там шланг ставили, водой промыли. В общем, дело было у нас. 2 с лишним часа там ковырялись. Было нам дело. Хорошо, хоть тепло, а если вот мороз, ты будешь там сидеть. А если не чистить, то туда-сюда и в погреб все это потечет. Тоже не дело. Поэтому говорю, пойдемте. Надо, не надо. Надо. Вперед. Вот сколько событий я вам рассказала. А я веду съемки с нового аппарата. Так вот. Учусь. О, о-о-о, не туда, не туда, не туда. Вот. Видите, как оказывается. Тут надо еще уметь. А, оп, оп, оп. Вот. Вот. Тяжело, но научимся. Сейчас будешь приводить себе. Ну да. Привычку. То есть закачаем. Ай, опять не туда. Ну-ка, 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 ну-ка. Оп. Все. Выровняла. Ну, научусь. Это же мои первые съемки. Что ж хотите? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Все. Вот. Я уже со своей разделалась. А Юля будет печь дальше. Он такие красивые, да пышные. Горячий. Ой, какой. Только сняла. Гляньте, какой воздушный. Мять не буду, как показывают. Мнут, стоят, их тискают. Чего вы их тискаете? Аж ино раз бесит. Если видно, что он хороший, то он хороший. Вот он надутый весь пузырик. Да и там он. Нет, стоят, тискают кулинарные каналы. Чего их мять? Ну, не знаю, мнут. Ну, показывает, что воздушный. Ну, да, воздушный, аппетитный. Ну-ка, Юля, тебе что-то ты опять далеко уходишь. Ну, вот я надо учиться. Учиться надо всему. А это улица наша. Вот, смотрите. Вернее, двор. Птица ходит, и кусочек там снега. Нет у нас снега. Совсем. Совсем голо. Бесснежно. Грязь кругом. Очистили мы здесь вот, сейчас я вам, не знаю, получится у меня в какую сторону, нет, не в эту. Вон там, вон кольцо стоит, и вот там мы чистили вчера, лазили. Ну все, на этом мы заканчиваем свое видео. Домашние дела, пирожки, так ни о чем. Всем спасибо за просмотр, всех с Новым годом, здоровья! Зимы нам снежные, а то что-то надоело-то грязь таскаем туда-сюда, и эту грязь. День снег выпадет, мы рады, а потом хоп, опять дождик, и опять все смыло. Ну, будем надеяться на хорошее. А вам всем до свидания, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Юле тоже вам покажу. Она еще дожарит пирожки. Маша ручка. Пока всем. Все.